Ожидания квартиры могут усугубить не только застройщик с подрядчиком, а еще, к примеру, нерадивый пристав. Такая ситуация уже произошла в Химках. Подрядчик в ЖК-2 столицы не получил от застройщика несколько миллионов рублей. Разбирались в суде. А приставы, не раздумывая, решили наложить арест на землю и внутренние помещения строительного объекта. Однако не соблюли закон. Во-первых, не предупредили застройщика в обязательный для этого 5-дневный срок. А во-вторых, запрет наложили на сумму в десятки раз превышающую сам долг. Таким образом, действиями судебного пристава были нарушены права участников долевого строительства, и также указанные действия ущемили интересы застройщика на реализацию данных объектов для привлечения, соответственно, денежных средств, чтобы продолжать строительство. В итоге порядок навела прокуратура. В адрес управления судебных приставов по Московской области вынесли представление. Отметим, недавно в ЖК-2 столицы завершили строительство дома. Сегодня 18-этажная новостройка готова к вводу в эксплуатацию.